частей, по краю этих берегов не было. Вода доходила прям до зеленых насаждений. Вот ресторан же этот, видишь как? Ну да, да. Надо будет пойти посмотреть, он работает или нет. Видишь, и здесь эти вот стекла. Ага. Да, витражные. Да, да. И вот эта стена, она вот идет туда. Пойдем пройдемся? Да, я сейчас. Около стены. Нет, туда что идти мы, в принципе, там. Мы дальше идем немножко. В ресторан? В ресторан? Да. Будем напиваться до беспредела. Наедаться. Так мы же будем вареники с сыром делать. Зачем нам? Разве что-то может сравниться с варениками. Посмотрим, он открытый. С сыром и со сметаной и с маслом. Я хочу посмотреть, как он делал этот ресторан. Заход, заход всегда есть. Были деньги. Ресторан итальянский называется, а нет, это называется немецкий ресторан Радлер Клуб. Вот это вот меня радует, что это все. Немецкий ресторан. Да, поэтому мы здесь пока отключаемся в этом таком месте. Посмотрим, может что-то еще потом зацепим. Не знаю. Вот такая кирха в этом районе находится, очень красивая. Здесь работает один из популярнейших органистов в Европе, один парень, ну так, лет 40. Очень грамотный вообще, но он приезжий из другой части Германии. Но очень классно играет вообще, супер, на органе, ну естественно. Да, и здесь находится один из уникальнейших органов. Надо как-то пойти на мессу. Надо посмотреть в интернете у них расписание. И он вообще очень продвинутый чувачок, этот органист. Поэтому интересно, надо вот... Ну, правда, сейчас во время карантина вряд ли это возможно, но надо будет иметь это в виду. Ну что надо, да, должно. Все закрыто, но церкви открыты. Кирхи все открыты. Да. Так что вот такая кирха с органистом. Я, может быть, найду где-то в интернете его какие-то эскапады в этом плане на органе. Да, и я могу как бы... Ну да, могу, да, сделать я. Мне понравилась его позиция как музыканта, в принципе. Он не заточен именно на вот таком вот искусстве, именно на таком жанре. Такой открытый человек, поэтому это как музыкантом. В принципе, мне это импонирует. Разносторонний человек. Ну, интересуется человек всем. Поэтому вот такая вот кирха. Так, перед нами находится здание монастыря. Очень древнее здание. Я не могу так слишком приблизить там. Но там интересные такие на краях этой крыши такие человечек такой прикольный вообще, такой, знаете, в такой позе смеющийся. Это монастырь. Кто там есть? В каком количестве? Мы не знаем. Давай к воротам, может, подойдем. А мы сейчас подойдем, да. Я просто вот общий план сниму. Это для нас, в принципе, это обыденные вещи. Но почему бы людям, собственно говоря, которые смотрят, и не посмотреть? Почему бы и нет? Давай вот так вот подойдем просто. Вот это крыльцо центральное, но мне кажется, оно не является таковым сейчас. Ну просто как бы дверь. Его тоже отстроили в 1952 году. Его отстроили. Вот двор. Сказать, здесь вот такая вот какая-то атмосфера, как на кладбище. Не знаю, я не хотел бы так слишком... слишком круто. Вот у меня ощущение здесь и на кладбище, можно сказать, одинаково. Да. Такая тишина, да. Ну вот на верхней части вот этого свода дверного я вижу там 1800 что-то, второй год там что-то такое. 1990. Не, ну 90 это, да, это там открыли этот винный погреб. Ну вот, да. Да, монахи варят все, что угодно, я имею в виду. Продается, и люди... Я имею в виду, да. Видишь, здесь еще вот эти типичные
отличная, на лад. Сейчас я хочу посмотреть вот эту вот кованая, стилизированная, видите, такая лампа. Виноградная, да, да. Ну, это видно, новодел, наверное, это. А может быть и нет. Хотя они так делают иногда новодел стилизированно, что, в общем-то, и не скажешь. Угу. Вот внутренний двор. Монахи получают почту, кстати, вот их фамилии. Ну, обязательно. Монахи же тоже люди, знаете, пишут письма и ответы ждут. Так что все, как говорится, в рамках. Все в рамках. Вот перед нами такой интересный фонтанчик. Ну, он не работает сейчас, конечно. Это такой скверик, древнейший. Этому скверу, не знаю, может быть, лет 500, наверное. Может быть. Вот это здание, кстати, это общественный туалет, но он, кстати, работает, а ему, ну, по сведениям, так сказать, и историков этого района, и этому туалету тоже лет 200. Но он, в принципе, он работает, там все есть. И вот этот интересный, мы давно на него обращаем внимание, вот этот фонтан. Ему, этому фонтану, если сказать точно, ему, да, да, ему практически 400 лет, да? Он построен в 1628 году. Вот смотрите, да? Вот. Эти цифры. Ну, кое-какая листва нападала там. Все это понятно. Да. И вот здесь написано, основан подарок от одного крестьянина, то есть фермера, ландвирт Карла Мюнха. Он уже, конечно, разрушался когда-то там, но этот вот Карл Мюнх еще раз в 1928 году его восстановил. Потому что это очень древний фонтанчик. И мы его давно уже знаем, и как-то всегда, как-то так романтично всегда к нему подходили. И сам этот сквер древнейший, он так, вы знаете, практически всегда почти пустой. Но сейчас я не удивляюсь, так как, конечно же, при этой всей эпидемии какой-то такой вот психологической, даже в большей степени это какое-то психологическое такое давление на людей. Маловато посетителей, можно сказать, вообще нет. Вот такая вот тоже городская стена, вот такой древний сквер. Он поддерживается, в принципе, в порядке. Там лавочки есть, в общем. Там какое-то тоже учреждение, не могу понять, что это. Угу. Бываем иногда. Так что вот, видите, какая картинка, да, такая ретро-картинка. Да-да-да, оно все красивое, да. Хотели сегодня пойти, вы знаете, в прекрасное место. Ботанический сад. Да, есть у нас ботанический сад, и не смейтесь. Это очень интересное у нас место, там ученые работают, там, ну, интересные вообще растения там такие. Вообще факультет университета, да, ботанический. Да, ботанический, да. У нас вообще в городе очень мощный такой, конечно, университет, разнообразный. Много факультетов, много, да. По всему городу. Что интересно, они очень сильные, так сказать, филологические вообще очень факультеты здесь очень мощные. Кстати, русский язык учат в поте лица, можно сказать, в поте лица. Здесь и медицинские. Да, медицинские, да, и ботанические. И как-нибудь, да, опять говорю, да, как-нибудь все это слово надо на нем, значит, поставить опцию не применять птичку и окей. Но здесь очень много факультетов медицинского университета по всему городу, да, расположено. И вот мы обязательно пройдет это
вот эта вся смута, и мы обязательно пойдем. Там мне очень нравится прекрасная коллекция суккулентов. В ботаническом. В ботаническом. Мы ради нее хотели сегодня туда пойти, посмотреть на эти замечательные суккуленты. Ну ничего. Как говорится, эскомт ног. Как все говорят. Еще будет. Все еще будет, да. Не будем песню эту сейчас петь. Так что пока отключимся на этом фонтанчике древнем. Вот остановился на пару мгновений. Такая интересная здесь обстановочка, да? Течет вот этот ручей, который мы ранее с вами видели. Там дальше башня, крепостная стена, мы там подойдем к ней сейчас. Основной район, здесь жили ремесленники. Да-да-да. Ну да, ну тут, ну тут все ремесла были представлены вот на все этом ремесла, на этом гербе. Да. И мне самое интересное, что даже проститутки. Да, там указаны, кстати, и проститутки. Ну, понимаете, здесь такой вопрос менталитета. Кто-то считает это так как-то, а кто-то считает, что это какая-то профессия, которая требует своих определенных прав. Не, ну это тоже имеет. Да, ну понятно. Не, ну вот указано, значит, все. Немцы люди откровенные, говорят все как есть. Ну я думаю, насчет откровенности все гораздо. Не, ну в Советском Союзе секса не было. Не было. Не было секса. А здесь он был. А здесь был. Ну что, что себе делать? Ну. И вот такая бойница какая-то. Ну да. И там тоже, видите. И там течет ручей. Бежит ручей. И я ничья, и ты ничей. Такой видок. Видок из фильма «Игра престолов». Так, чик, опа. Такое окошко прикольненькое, да? Здесь такая тишина, я же говорю. Да, вот отсюда мы заходим. И вот так. Такая особая атмосфера. Ага. Все вот так как-то все с древности, видите, какой-то кусок древесины, какой-то балки, вот он торчит, как все это. Ох, напоминает пасть
какого-то животного. До исторического. Да, потому что, ой, чего не повидали эти стены только, наверное. Сколько войн? Да, ну да, все это ведь история войн, это история человечества. А сейчас биологические войны? А сейчас вообще непонятно, какие войны и вообще кто это и чего это. Я специально эту башню вот так показываю со всех сторон. Какая интересная башня. Башня смотровая. Видите, тоже тут древнейшая какая-то мазанка такая. Вот это вот... Шиндель. Да, это шиндель, кстати. Это, в принципе, самое крепкое и долговечное покрытие для крыш. Ну, это, конечно, надо было бы уже отреставрировать. Но они пока, знаешь, не хотят это просто трогать. Они просто вот думают... Просто думают, чтобы им здесь отчебучить, чтобы это вот как-то все осталось вот в таком же плане, понимаешь? Потому что так, в принципе, все это реставрируется, конечно. Поэтому открыто, чтобы какой-то... Я не думаю, что там кто-то живет. Не думаю. Вот такой проход, вот такая вот башня. Ну и улочка. Люди все облагораживают, красивые. Ну, им нравится здесь жить, я не знаю. Если человеку нравится здесь жить, он будет облагораживать. И вот эта улочка опять идет вдоль этой крепостной стены. Какие-то двери куда-то ведущие. Вот отсюда вот такая башня, ее видно. Вот она. Там сидел человек, часовой, нес караульный. Thank you.
Конденсированное тоже молоко для кофе, сливки. Всего полно, в принципе. Вся эта бредовая паника. Не знаю, для кого и для чего. Вот, пожалуйста, понавезли еще макаронов больше, чем их было раньше. Полно. 90 центов. Ой, полно консервов. В общем, в принципе, мы особо-то и ничего и не... Ну, вообще как-то не было задачи нахватывать как-то всего это, знаете. Это же не годы поздней перестройки, да? Ой, я надеюсь, конечно. Так, что у нас там с туалетной бумагой? Вот, пожалуйста, эти товары дефицитные, которые пропадали на пару дней, вот эти вот полотенца бумажные, очень хорошие, их не было. И вот банальная туалетная бумага по 2,15. Ну, естественно, это все сразу подскочило немножко в цене, там, на что-то копеек, на 30, там, на 40, под шумок, знаете, так, опа. Кому вирус, а кому, как говорится, и доходы. Ну, это обычно все так. Вот, смотрите, полно этой бумаги. Как говорится, бери, не хочу. Пользуйся хоть с утра до вечера. Если есть такое желание, посещай, то... Бери и пользуйся. Так что те люди, которые ее взяли много, ничего, она не портится, я думаю, они с ней справятся в обозримом будущем. Так что всего остального валом. Не буду, масло есть. Короче, все есть. Подсолнечное масло 99. Даже какой-то мне там присылали друзья на WhatsApp видео анекдот, что мужчина заходит в магазин и говорит, неужели пусто, бежит к виноводочному отделу. Фух, слава богу, все есть. Поэтому всего вам. Появился творог нормальный. Да, есть такое. Это я смотрю, моя семья, кстати. Это новый. Да. Раньше же не было, да, вообще. Я говорил, что хороший творог. Хороший. Ну, нормально, я что? Мы возьмем, попробуем. Да, нам выбора нет, может, варенички с творожком-то, со сметанкой, а? Да, конечно. Как врезать, как зверски. Мы сейчас приедем, я и налеплю. И к ним отнестись. Угу. Я еще в прошлый раз как-то присматривался. Смотрю, моя семья. Ну, у нас же, я говорю, коровы близко так и нету, поэтому... Ну, помнишь, мы в русском магазине брали творог, мы от него были не в восторге. Нет, то был не в восторге, да. Одна химия. Да, может быть, этот нас немножко... Ну, видишь, тут написано, что здесь только коровье молоко и бактерии молочные. Угу. Ну, замечательно. Будем верить, как ты считаешь. Если только бактерии и молоко, то ладно. Будем верить. С бактериями как-то... А ты водку с ними? Я просто рассказал такой небольшой тупой анекдот из WhatsApp, и хочу теперь всем пожелать, чтобы в магазинах у них все было, и им за это ничего не было. Так что всем пока и всего, и всего хорошего. Что это на подарок? Да, но это венцо. Это венцо и какие-то соусы. Ну все, ребята, всем пока.